Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколес. Мы продолжаем выживать в игрушку Don't Starve. С глобальными модами Heroes of Dark и Ship Rocket Plus. Сейчас мы находимся в мире, в царстве гигантов. Мне бы чего-нибудь тут покушать бы, раздобыть бы. Опа. Ай-я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 й. Сейчас еще темнеть начнет, и рассудок у нас падает. И плюс еще и FPS что-то... Опа. Сейчас зацепит. А че это он его не цепляет? О, нормально, нормально. Сейчас пожрать соберем. Тут домик мармов, блин. Я, оказывается, около него как раз закончил играть. Пока разбирался с FPS. Живой еще. Так, если что, фонарик у нас есть. Так, мы в мире гигантов сейчас. Блин, по-моему, сейчас весна. Мне так кажется, по крайней мере. Я не знаю, шкурку возьмем. Это возьмем, это возьмем. И побежали отсюда дальше. А вот это тоже возьмем. Так, сейчас. Сейчас уже будет темно. Нужно с этого болота выбираться. Хотя я ничего особо здесь не набрал. Мне бы камыш набрать. Пауки явно дерутся с щупальцами. Пускай себе дальше дерутся. Синий гриб, черт, на болоте останавливаться нежелательно. Так, погнали отсюда. Погнали хотя бы хоть куда-то. Где? Блин, везде болото. Ну, неважно, исследуем. Исследуем эту часть. Если не понравится, обычно обратно. Так, а тут эти. Черт. Так, фонарик я, наверное, одену заранее. Тут можно стоять, нет? Черт. Я не знаю, костер я, наверное, зажгу, потому что хочу есть. Так. Так, это мы дело съедаем. Это не на нас, я надеюсь, там бежит паук. Просто они там с кем-то дерутся. И где-то был зонтик. Черт, зонтик. Давай зонтик. Так, это заберем. Это тоже заберем. О, черт, что тут происходит? Ну, это болото. Все нормально, это болото. Опа-на, тут же ядовитые пауки. Блин, с кем-то там дерутся. С кем? Щупальца. Блин, я подумал, уже лес, нифига не лес, болото продолжается. Болото, я так смотрю, огромное, но в то же время камыша не особо-то и много. Так, вот грибочки я соберу. Пригодятся. Хотя бы рассудок немножко поправим. Так, паутинка, конечно, хорошо, но, блин, она там не просто так лежит. Понятно, щупальцы. Так. Отлично. Немножко соберем камыш. До конца ночи, я надеюсь, мне фонарика хватит. Я очень сильно надеюсь. Черт, ладно, здоровья у нас полно. Так, могу грибок забрать? Могу. Отлично, еще один грибок. Еще один грибок. Еще. Так, бежим. Черт, территория огромная. Ладно. Так, это не за мной. Так, зонтик. Черт, я пока еще смотрю на рюкзак, меня сейчас могут прибить. Так, этот рюкзак, вот этот рюкзак. Отлично. Все, погнали. Погнали дальше. Рассудок пока еще терпимо. Так, намокнуть мы не намокаем, это радует. Так, вот паутинку я зачем-то хотел, ну, скорее всего, сачок опять же сделать. Ой, у нас шапка вот эта есть. Она хоть немножко рассудок, да. Даже на болоте поднимает, отлично.
Так, я так понимаю, кроме болотов здесь нифига ничего нету. Так, успели, отлично. Кому же нам пригодится? И что-то мне кажется, FPS начинает падать еще сильнее. Да странно, сейчас хотя бы двигается, а когда включил игру, блин, а было около 30-ки, в принципе, как и сейчас, но у меня персонаж еле двигался. Все заторможено было, короче, какой-то ужас. Что случилось, я не понимаю. Комп я переставлял, но, по-моему, все те же самые настройки. Ладно, так, дрова есть, в принципе, у нас все есть. Весна, если весна, то это было сейчас начало весны, я так понимаю. В принципе, так же, как и в кораблекрушении, у нас как раз сезон зелени должен был начаться. Значит, все совпадает. Так. Возможно, просто иногда какие-то глюки происходят. Я когда тестил, к примеру, в кораблекрушении у меня была, так, паутинка. Еще это она как-то странно тут лежит. Так, камыш собираем, он нам обязательно пригодится. Я хочу опять есть, я даже семечек не насобирал, по-моему. Черт, гусь идет. Гусь появился где-то здесь на болоте. Сейчас опять темнеет. Это фигово. Так. Нужно раздобыть что-нибудь пожрать. Блин, где тут конец болота? Черт, я забыл подзорной трубой посмотреть. Грибов-то я набрал полно, но грибы это для рассудка. Нам нужно что-то еще. Для того, чтобы... О, не-не-не, пошли отсюда. Пошли. О, отлично. Подождите. Эти деревья так выглядят только... По-моему, это... По-моему, осенью. Так, сохранение, отлично. Черт, FPS еще больше упал. До 20-ки падает. Что происходит, я не понимаю. Так, ну по крайней мере, более-менее играбельно. А вот и хрюшки. Хрюшки. Так, кстати, деревня свиней может быть где-то здесь. Мне бы ее найти бы в ближайшее время. Так, давай цветочки потихонечку соберем. Так, тут может быть гломер еще. Черт, что? Деревни свиней нету разве здесь? Возможно, по тропинке дальше туда. Так, и что-нибудь пожрать бы. Что-нибудь пожрать. С этих деревьев нормальный сезон. Подождите, осенью они нормальные. Под конец осени у них падает. Не, ну сейчас явно весна, потому что пришел этот утка-лось. Приперся. Так, это ладно, мы пожарим. Только есть это нельзя. Так, где-то здесь, походу, должны быть свиньи. Явно где-то здесь должны быть. Черт, вот озера, так бы можно наловить было бы. Черт, опять грибы какие? Красные? Синие. Вот еще одна червоточина. Черт. Черт, что покушать? Думай, что можно пожрать. Улей разбить это не вариант. Можно, конечно, его разбить. У меня в рюкзаке вообще, неужели ничего нету? Кони тоже не нужны мне сейчас, черт. Странно, вообще еды нету. Что можно сожрать?
О! О, это можно есть. Если не жареные, их можно есть. Ладно. Это мне очень нравится. Если не жареные, оказывается, эти штучки можно есть. А вот тут зеленая какая-то полянка. Я надеюсь, там помимо пчел здесь что-то еще будет. Так, цветочки собираем. Так, опять цветочки. Сейчас ночь наступит, пожрем грибы, хотя бы восстановим рассудок. Это он довольно-таки сильно у меня просел. Так, опять червоточина. Червоточин, конечно, много, а это хорошо. Ну, блин. Давайте это съедим. Рассудок от этого падает, я так понимаю, но... Так, а эти пожарим уже. А то сейчас здоровье у меня будет проседать. Так. Так, где-то были зеленые грибы. Зеленые, черт, грибы. Здесь, наверное. Так, 5 штук. Ну, маловато. Конечно, маловато нам для того, чтобы сейчас по червоточинам прыгать. Самый простой вариант — это попрыгать по червоточинам и разведать, что тут и как. Светлячки. Так, давайте сделаем сачок. Я не знаю, он у меня есть или нет, а не помню я. Да, сачок есть. Так, отлично. Почему-то не побежал ловить его. И где у меня тыква? Черт. Так. Ловим. Где-то тут еще был. Так, отлично. Фу, вроде как спокойнее, по крайней мере, никакого шума нету. Так. Вот, отлично, морковка. Так, сожрем. Блин, приготовил же в этот мир. Специально наготовил себе жратвы. Причем так нормально. Бекон с яйцами. И оставил в холодильнике. Кораблекрушение, теперь все это дело у меня там лежит. Так, трубы. Где подзорные трубы? Лучше я с помощью их как-то буду разведывать. Так, одна, по-моему, здесь была. Так, давай так. Так, тут прохода, значит, нету. Дальше давай сюда. Угу. Кактусы и прочее. Вниз глянем. Скорее всего, тупик внизу. Так. Да, скорее всего, тут пик. Так, это дело забираем. Сразу съедим. Все отлично. Где-то у меня еще труба. Наверное, сиганем в червоточину, пока с рассудком более-менее. Да, пчелы дикие. Весна. Все нормально. С сезоном мы определились. Это уже радует. Так. Отлично. Еще жратва, перекати поле. Ну, трава у меня есть, по идее. Хотя в перекати поле можно найти что-то интересное. Так. Ладно, траву соберем. А то потихонечку она у меня кончается. Так. Переход. Значит, здесь где-то гончие. В принципе, гончие, золото, камни. Прочая фигня. Да, вот золото у нас стоит. Все нормально. Вообще, я хочу найти именно деревню свиней. Это самое главное мне. А остальное я уже, можно сказать, нашел. Так. Что-нибудь помимо веточек будет. Давайте вот эти еще два застряло. Давайте их заберем. Путинка. Ну ладно. Хорош, зато веточек набрали. Ну давай еще. Не знаю, не видел, что собрали. Наверное, побежали в червоточину. Все-таки, я не знаю, глянусь вот так. Может, что-то интересное там будет. Ну-ка. Опять же, орки.
Орков, блин, там на болоте орки, а где еще? Подождите, орков, блин, тут везде по навалом. А, во-первых, вот здесь вот где-то орки были. А, вот здесь вот орки. Тут гоблины. А здесь я с помощью подзорной трубы смотрел. А, где-то еще. Этих орков тут на болоте орки были. Вот гоблины, и где-то здесь орки. Либо здесь. Это нам не особо интересно. Побежали тогда в червоточину. Плюс еще одну червоточину какую-то я пробежал. Не стал я в нее прыгать. Так бы глянуть тоже, куда она ведет. Так, семечки сожрем. Ну, полетели. Ну, звуков вроде никаких посторонних я не слышу. Понятно. Понятно, что это за червоточина. Как раз которую мы пробежали. Она вела вот сюда, вот, да? Сюда сгонять. Я почему-то свинячьей дорожки еще не вижу. Она может быть, кстати, где-то здесь, либо здесь. Да она где угодно может быть. Вот где-то вот здесь вот побегать, может быть, все-таки. Действительно, где-то там свиньи. Это, по-моему, синие грибы, да. Много синих грибов. Давайте тут по дорожкам побегаем, посмотрим. Трубу сейчас вечером я не хочу использовать. Так как плохо, маленький обзор совсем будет. Черт, напугало. Так, здесь мы уже бегали. Грибочки заберем. В принципе, свинки есть. Может уже начать их домики шатать. Все равно не одиночные стоят. А где кувалда? Походу кувалды нету. Походу кувалду я, наверное, выкинул. Давайте начнем шатать. Так. Пузырек, я вижу, вывалился. Вот это уже радует. Пузырек нам нужен. Свинки здесь потихонечку есть, но... Че так мало? Какого черта? Где? Я хочу найти большую деревню свиней. Там интересное может быть к Хэллоуину, что относится. Кстати, цветочки тут же можно собрать. Трава мне больше не нужна. Так, и все-таки в ту сторону дальше... Здесь может быть проходик, а может и леса расширяться. Поэтому как-то вот так вот бежим сейчас и вот сюда. Блин, тут тупик, скорее всего. Часто вот свиньи мне попадались, именно деревни свиней, либо просто свиньи, которые живут в большом количестве. Кстати, у меня было мясо монстра немножко. Давай. На. Эй, стой, 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 свинья. Куда ты побежала? Черт, дать. Все, пошли со мной. А, понятно. Давай, свет, свет, свет. Давай, иди сюда, за мной, за мной. Вот свет, видишь, пошли. Черт, а почему она стоит? Она должна держаться у света. Что с этими свиньями не так? Так. Это как раз полянка, с которой, ну, где мы очистились, недалеко. Так, я надеюсь, наверху вот здесь проходик есть. И дальше там большой лес, дальше там будет долбанная деревня. Как она здесь будет? Здесь она не будет. Хотя может быть здесь проходик какой-то еще. Ну вот еще свинья. Дать мне нечего, но мы хотя бы сломаем домик, может что-то вывалится. Ничего нет. Эта свинья, кстати, за мной сейчас будет бегать. Эта свинья будет бегать за мной, потому что здесь я, видно, бегал. Да, я здесь, наверное, пробегал. Черт, а в какой стороне может быть? Наверх.
болото вот так вот, скорее всего, еще идет. Так, прыгал я вот в эту червоточину. Вот это нужно исследовать, и вот это нужно обязательно исследовать. А... Тут везде тупики. А... Кстати, вот, вот лес проходит. Вот, скорее всего, вот так вот. А... И, судя по вот этому кусочку, скорее всего, такой же лес. А побежали туда, значит. Значит, погнали туда. И свиньи, блин, что-то... Свиньи должны быть другие. Хотя... Вот ты черт, сейчас как раз ночь наступит. А где у меня светлячки? Черт. А где у меня светлячки? Вот они. Так, бутылку убирай. Вместо чего? Это пора. Хотя не, свиньи. Да, вот. Я думаю, будет более прикольно. С потеками, с красными. 50% свиней именно такие будут. Опять же, Хэллоуин добавляет. Ну, что-то как-то... Он как в халатике, в кровавом. Так, нам в эту сторону. Нам в эту сторону. Кстати, сачки. Сколько я... У меня сачок, наверное, еще один где-то. Слушайте, такой звук, как будто спит гусь. Где-то здесь. Мне вроде не видать. Так. Давайте вот сюда заглянем. Так, пожрать у меня морковка точно есть. В принципе, сейчас еще немножко наберем. Если что, к лету мы более-менее готовы. Камень-грелка я только так и не изучил. Но изучим, не страшно. Так, тут лепестки собираю на всякий случай. Шапка. Где долбанная шапка? Так, вот эту, кстати, можно одеть. Куда-то шапка у меня улетела. Так, и это вместо чего? Вместо этого. Так. Покушать. Покушать можно морковки покушать. Зонтик. Так. Куда я собирался бежать? Ну да, где-то вот здесь вот. Пока следуем территорию примерно рядом с той, где я собрался поселиться. Так. Так, отлично. Труба. Труба. Правда, во время дождя вроде бы тоже все это дело. Нет, это, блин, не то. Хотя вот домик свиньи я вижу. Так, а туда? Так, опять же свиньи видно. Видно, что свиньи есть, но... Черт подери. Свиньи есть, но, блин... Сузак вот проход. А селиться я собрался где-то вот здесь вот. Бежим по тропинке, значит. Кстати, тропинка-то какая? Какая хоть тропинка? Обычная. Побежали по тропинке. Будем искать, где эти, блин. О, бифала. Причем агрессивные. Так, бифала нашел, отлично. Кстати, бифала с такими дьявольскими рогами. Это опять же мод Хэллоуин добавляет им такие рожки. Сейчас они свинью убьют, наверное. Нет, ох ты, сколько бифла. Это 100%, да, весна, потому что бифла дикие. Так, побежали, уходим. И, по-моему, я нашел самое обычное дерево. Прекрасно. Вот ты, ё-моё, кушать. Где-то морковки в каком-то рюкзаке. Где, в каком только, я не понимаю пока. Так, давай вот это освободим. Морковки. Я точно собирал много морковок.
Так, и в каком-то рюкзаке у нас... Черт, сейчас молния как бы не шарахнула, не убила, не сожгло бы. Подожди. Вот топор. Сейчас он сломается. Нам вот эти бревна нужны. Ай-яй-яй, не нужно хватать злые цветки. Темные. Давай. Рубись. Отлично. Так, где-то лопата была. Отлично. Так, уже чего только не нахапал. Сачок. Так, нет, вначале нужно. Фак! Как много всего. В каком-то из рюкзаков у меня должна быть дубинка. Вот она. Ну-ка, развернись. Нет никого. Ничего здесь нету. Так, хватит уже намокать. Пошли дальше. Покушать сейчас ночью покушаем. Потому что надо так. Зажарим. Да, наверное, нажарим себе морковки. По-моему, жареная она получше. Грибочков можно немножко. Так, свиней. Домики свиней я больше пока не вижу. Хотя вот домик свиней. Прям посередине. На меня? Нет, на меня не бегут. Черт, куда ты улетел опять? Куда улетела кувалда? Я не помню, чтобы я ее ломал. Вот она. Успеем добежать, схватить и убежать. Так. Свинья, нападай. Так, отлично. Ну, опять же, не вываливаются почему-то рецепты. Так, убегаем отсюда. Убегаем. Свинью там заместили. Ну и ладно. Убегаем. Нет у меня никакого желания. Я думаю, почему я то намокаю, то не намокаю. Деревья защищают. Понятно. О, полянка хорошая. Так. Мандрагора. Еще домик свина. Сейчас мы его обязательно шатнем. Опять ничего странного. Почему опять ничего? Какого черта? Тут, походу, далеко. Хотя... Где чертова деревня свиней? Не знаю, потратить... Хотя вот тут опять же домики. В любом случае мне бегать. Хотя бы так пособираю. Материалы. Построю, блин, деревню около себя. Если они не хотят показывать мне, где тут деревня, блин, сделаю свою деревню. Так, сейчас можем начать голодать. Опять же, тут бы шатнуть бы. Успел. Да бегите вы к свинье, черти вы. Так, это все дело забираем. Это за... Шкурку сожрал, сволочь. Сволочь. Я без защиты. Так. Опа, бежим отсюда. Бежим. Бежим. Так. Дождик прекратился. Вот еще, кстати, домики свиней, опять же. Мне сейчас где-то приземлиться. О, нормально, тут костер пойдет.
Черт. Забыл, что с модом тут такие глюки. Так, я походу все уже забил. Сейчас мы вот этим освободим. Да, вот это сейчас мы освободим. Так. Кыш. А так вот это съедим. Я, видимо, досками забил уже место, наверное. Да. 4 доски. Так. Хотя вот место есть. Это я только что освободил. Разбираем опять же домики. Пофигу. Что-то выпало. Кольцо чего? Да, понятно. Кольцо какашек. Так. Вой, наконец-то заклинание. Шамперсон. А я его разве не изучал? Я делать не хочу, блин, его. Или подождите, или он куда улетел у меня? Да мне вроде никуда ничего не улетело. Блин, много тут домиков свиней. Можно пошатать. Так. Наделаем своих. Так, топорик. Топорик, не знаю, не особо как-то мне хочется. Топорика. Топорик не особо хочется мне его, да. Кстати, вот этих свиней можно с собой взять сейчас. Так, стой. Соберем мясо. Так, отлично, как раз опыта. Стой, свинья. Давай, иди сюда. Где-то тут еще бегали. Во. Еще одна бегает. Возьмем с собой их. Давайте глянем, что вообще в той стране. Опять же, домики. Вот 2-3 домика. Блин, может тут где-то деревня свиней. Где у меня еще труба была? Ну-ка. Очень похоже, что вот тут может прям свинки быть. Ну-ка, а вот так вот. Свиней нету. Черт, а выше там что-нибудь есть еще? Или тупик? Выше тоже ничего нет. Ну погнали, свиньи нас прикроют. Да, свиньи нас прикроют. Мы сейчас быстренько разберем еще те домики. Мяса у меня не осталось, наверное, да? Мяса, по-моему, у меня не осталось. Грибочек можно съесть. Восстановим немножко здоровья. Так, вот еще один домик. Эти свиньи не нападают, когда их домик рушишь. Поэтому все норм. Что это такое? Я так понял, что-то там с гуманоидами. Нам его дали или мы его выучили? Вот чего-то там, короче, кого-то, я так понял, тоже. То ли приманивать, то ли еще что-то. Так, плюшки. Нужно светильник на голову одевать. Так. Доски уже пошли еще одним рядом. Блин. Клинок. Не буду. Ну его нафиг. Места не так много. Клинок не буду брать. Чёрта. Так, идите сюда. Где вы там? Давайте так, пока за мной бегайте. Сейчас на кого-нибудь вас натравим, либо сами вы нападете на кого-нибудь. Они вон сами уже побежали. Давайте поможем. Где?
Копье было же только что. Вот оно. Так. Шкурка откуда-то. Отлично. Они там сейчас могут еще на пауков нарваться. Забираем, что там. Там еще пауки, блин, с другого кокона бегут, да черта. Так, свинью шатали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас могу отъехать. Ай-яй, застрял. Черт. Застрял. Ай-яй-яй, беги, черт. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как ты задел? Бежим, 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 бежим. В сторону свиньи бы бежать, сейчас свинью, правда, забьют. Так, подожди, подожди, блин, полечиться нужно. Они мне не дают. Так, не успел. Отлично. Ай-яй-яй, еще один. О, свиньи мои пришли, отлично. Черт. Черт. Не знаю, мои, не мои, но... я просто бегаю без защиты. Потому что в этом бегаю. Так, мясо. Так. Погнали дальше. Где тут домик? Есть еще где-то? Ну, домик. Вот туда и побежали. По пути сожрем ягодку. Возьмем сейчас. Так. Так. О, мясо. Это от клюшки явно. Я мясо, по-моему, это подбирал или нет? Ладно, погнали дальше. Пожарим. А куда ты только улетел у меня? Ягодка. Так, отлично. Пока только лес. Больше ничего я не вижу. Как-то, блин, где, блин, они? Где? Опять пошли драться. Опять они побежали драться. У меня копье-то... Опа, лечилка. Прекрасно. Так, свинья горит. Черт. Много. Много пауков. Я бы лечилок еще бы набрал бы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, они ползут сюда. Бежим, 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 бежим. Вот это я возьму. Так, убегаем. Ну, у вас всех... Черт, походу, свинью сожрали. Они здесь где-то рядышком. У меня просто лечилки, походу, закончились. Черт. Так, заберем пепел. Я просто их довольно-таки неэкономно трачу еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давайте так. Поедим. Черт. Черт, ты гадина, ты такая. Бежим, бежим, бежим. Зря я это сделал. Ай-яй-яй, бежим, 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 бежим. Есть, я пробежал, пробежал. Есть, 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 есть. Не догоните, гады, не догоните. Где мой шлем? Я только что видел полную свинью. Мельком. Или нет? Где-то была свинья же вроде бы. Только что. Так. Да, где-то тут ходит явно свинья.
который нужно прикормить. Только найти, где у меня мясо монстра. Иди сюда, иди сюда. Так, отлично. А теперь мы шатнем, шатнем твой домик. Так, что у тебя тут есть? Вот этот навоз можно выкинуть. У меня есть кольцо, которое, с помощью которого можно произвести много-много навоза, поэтому 4 кучки только место занимают. Еще рюкзак я не хочу делать. Так, копье. Кстати, есть смысл поменять мое копье. Оставить здесь, а вот это возьмем. Так, свинья приручена. Где? Где, блин, долбанная деревня свинов? Где она тут может быть? А вот в этом месте я не был, кстати. И трубой не посмотрел. Она может быть там. Может быть в этой. Да, она где угодно может быть. Сейчас, наверное, вот так вот оббегаем, смотрим домики. Потом опять, наверное, в червоточину придется прыгать. Потому что, блин... Хотя нафига нам? Может потом ее искать, может начать потихонечку обустраивать базу, хоть какую-то здесь. Домики свиней я и сам могу сейчас сделать. Просто если найти короля свиней, я хочу на него глянуть, как он выглядит с модом. Вот этим хэллоуиновским, там у него тоже какая-то фишка есть. И плюс... еще домики пошатать. Это много материалов, это кладовая. Подождите, здесь какашки, здесь бифло, да. В этом месте бифло живут, тогда обходим. О, черт, что это я бегаю в ней. Так, это сюда. Где мой шлем? Нет, стой, это не надо. Так, вот это одеваем. А вот это можно снять. Так, пошли. Пошли со мной. Черт, и опять свинья убегает. Куда ты побежал, сволочь? Ну, ему темно. Темно, он боится. А нам нужно добежать еще. Ладно, светлячки есть. Пошли, пошли. Наверное, все-таки я как раз там и сделаю себе лагерь, потому что больше не знаю, где его еще делать. Вариант неплохой. Не очень далеко гоблины. Можно, если что, прям свиней брать и на них набег на гоблинов делать. Несколько свинок я поставлю недалеко от себя тоже. Бифло тут тоже, можно сказать, недалеко. Ну-ка. Бифло вот по тропинке добежал и все. Кстати, глазка цвета тут. Да, тут по тропинке добежал. Я считаю, бифло здесь есть. И может быть они еще и здесь есть. Ну а тут уже коврик, сундучок, палаточка. Короче, все дела. Сундучок, кстати, как обычно, закрытый. Да, наверное... забабахаем здесь. Так. Вот такой костер я еще не создавал. Возьмем вот это. Кстати, с черепками кострище. Ну, опять же, это все, все хэллоуиновская тема. Так, плюс нам нужно сделать себе машину. Нам нужно сделать две штуковины золотых. В принципе, по-моему, легко. Да. Отлично, мы их сделали. Дальше. Машина. Делаем. И домики свиней. Из чего вы там делаете? Можно, кстати. Ну и, в принципе, выглядят они тоже, опять же, вот таким вот мудреным образом у меня. Да, весна, весна, кроликов нету. Все показатели, что это весна. Домики куда-то вот сюда. О, кстати, трава, которую я выкинул в самом начале.
Так, свинка появилась, убежала. Кстати, весна, громоотвод. Да, нужно сделать громоотвод, чёрта. Громоотвод. По-моему, я могу его легко сделать сейчас. Золото только заканчивается. Кто мне не дает его поставить? Пускай здесь стоит. Так, отлично. Ну, блин, пробегали в поисках. Ну, по крайней мере, мы хотя бы... Ну, вот такую территорию уже исследовали. Куда в следующий раз побежим? Где? Вот куда-то вниз, мне кажется. Вот сюда вот вниз. Побегаем там. Червоточина, подождите, червоточина уносит сюда. Вот здесь вот... или нет? Здесь ничего нет. Вот здесь вот может быть что-то. Раз. И вот здесь вот. Эту, я думаю, мы уже продолжим в следующей серии. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Все, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.